Своеобразная музыкальная летопись страны сквозь призму отечественной песенной классики. Так говорит о концерте «Цветущий май» народная артистка России Светлана Безродная, дирижер, скрипач. Она с артистами Вивальди оркестра, а это преимущественно женщины, приезжает в ЦДК, чтобы подарить волшебную атмосферу зрителям и слушателям. Музыкант, когда выходит на сцену, он не то что должен удивлять, он должен дать то, чего ждут от него не то что зрители или слушатели, а то, что хочет услышать зал и получить те впечатления, которые до этого они не имели. Программа разбита на три главы – годы, предшествовавшие началу Великой Отечественной войны, годы военного лихолетия, первые послевоенные годы. Солист оркестра Сергей Полянский исполнил в концерте такие шедевры отечественных композиторов, как «В парке Чаир», «Темная ночь», «Настанет день» и «Всеми любимое сердце». В таких программах, которые я делаю, у меня классика сочетается с песенной классикой. Причем в основном песенная классика – это советские песни тех времен, когда наши родители были молодые и так далее, и так далее. В качестве вокалистов выступали и артистки оркестра. Программа «Цветущий май» подарила зрителям возможность вместе с Вивальди оркестром перелистать яркие страницы отечественной истории, отраженные в бессмертных творениях наших композиторов, напомнив о вехах героического пути великого народа, великой страны. И в этот день счастливой встречи твоим глазам я все отвечу и расскажу всю правду им разную. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.